Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Маркелло Борис, и ты на моем канале YouTube. Только что вспомнил 30 число, сегодня 30 сентября, и я сегодня тебе хочу рассказать, в какие проекты категорически нельзя заходить, а в какие можно. В каких ты заработаешь, в каких ты потеряешь. Итак, если ты хочешь зарабатывать, но не знаешь, куда зайти, категорически не рекомендую вот такой вот проектик заходить, rivercoins.com. То есть здесь я зашел, да, я вывел свои $5, вопросов нет, все заводится, выводится. Но если вы сюда заходите без структуры, соответственно, здесь вот есть свой дом, который можно купить, но вы его не купите, если у вышестоящего не куплен этот дом. Ну, короче, весь геморняк, и все здесь вручную подтверждается, и фиг знает. Короче, мы отказались, да, я $5 свои вывел, все. На этом проекте мы ставим крест. Даже не рекомендую сюда заходить, потому что непонятно, кто где, кто в чем, кто зачем. И почему здесь вот этот проект, который я смешной называю, созданный на коленке, вы видите даже, как его оформили. Ну, короче, не рекомендую. Следующий проект, который я проверял, в который я заложил 100 рублей, вы не поверите, даже вот смотрите, сейчас я зайду в финансы и покажу вывод средств. Так, где оно у меня? Вот, транзакции. То есть, я зашел, на 100 рублей пополнил, купил первую платформу, еще там начисление с первой платформы, человек под меня зашел, и все, вывод стоит с 15 сентября. Короче, лохотрон, баблосборник, и смотри, давайте посмотрим, почему, я вам сейчас докажу, почему баблосборник и почему здесь это ничего не работает. То есть администрация так и мне не ответила. То есть мне кто-то ответил, и все, на этом закончилось. Смотрите, последние регистрации и выводы. А, вот здесь вот даже выводы убрали. То есть здесь раньше висели выводы, и было написано, что последние выводы здесь были в июле месяце. В июле месяце, да, в июле месяце или в июне месяце. Вот, люди сюда заходят в поисках, наверное, на денег заработать, но здесь вот только деньги заводятся и никуда они больше не выводятся. Я еще раз вам показал, что вот финансы, транзакция, все. Здесь деньги не выводятся, это полнейший лохотрон, holiday profit, ставим на нем крест. Следующий проект, который мы проверяли, это проект «Апельсин». «Апельсин» вроде бы тоже простейший проект. Не, вот в самом начале, когда в августе месяце я его увидел, я не поверил, что здесь что-то можно заработать. Смотрите, заработок за неделю 7740 рублей. Выведено 7740 рублей. Причем здесь не нужно заказывать выводы. Здесь все выводы идут на Pair автоматически. Даже могу финансовый отчет показать, даже могу еще свой Pair кошелек открыть. И вот, вот, смотрите, это все выводы. Здесь даже, вы не поверите, еще 2400 выводится на кошелек в автоматическом режиме. Рекомендую всем, ссылка на регистрацию будет в описании под этим видео. И основной проект, который я развиваю, многие его покинули, не поняли, что к чему. Это проект CryptoHands. Он работает на криптовалюте, он работает на смарт-контракте. Здесь тоже нет никаких админов, и вывод идет сразу на кошелек. С первого приглашенного вы свои деньги возвращаете. Со второго вы уже начинаете быть в плюсе. Развивая структуру, здесь можно заработать безбашенные бабки. На данный момент у меня здесь заработано не так много, ну кому как, 3,9 эфириума, 4 эфириума, то есть можете перемножить примерно сколько это в деньгах. Но это основной кабинет, есть еще дополнительные кабинеты, где мы работаем полностью в команде. Это мой первый кабинет, который мы, я, то есть не мы, а я регистрировал в самом начале. Но и здесь есть доход. И я могу показать еще следующие кабинеты. Если кто-то заинтересуется, могу
показать, у меня 4 кабинета, и везде у меня есть доход. Везде я показал, что даже с нуля, даже с самого начала можно здесь заработать. Причем, опять же, здесь деньги на вот, 3,9 Этериума нарисовано в кабинете, но все эти деньги у меня в кошельке. То есть все эти деньги были выведены через кошелек MetaMask, через Trust Wallet. Вот я могу вам показать. Вот выводы 0.6, 0.44 и так далее. То есть вот эти все кошельки, вот смотрите. Эти все деньги поступают на кошелек и с этого кошелька выводятся. То есть вот еще один счет. Вот 0.15, 0.15, 0.45 эфириума. 0.01, 0.05. То есть вот это все работает. Еще раз напоминаю, что вот это лохотрон, здесь даже ни рубля заводить нельзя, потому что это не работает. Holiday Profit, лохотрон. Revere Coins, проект для извращенцев. Если вы реально извращенец, если вы хотите здесь просто зайти и с первого зарегистрированного доказать, что здесь деньги можно получить. Да, с первого зарегистрированного можно деньги получить, но без поддержки, без команды вы не перейдете в третий дом, вы не перейдете в пятый дом, как это нарисовано в презентации, в приложенной презентации, которая существует на сайте. То есть все это делается вручную, все это делается с каким-то геморроем. Здесь нужно искать какого-то своего вышестоящего спонсора, чтобы он вам подтвердил вашу квалификацию. Короче, отстой. На этом я заканчиваю. Рекомендую Апельсин, рекомендую CryptoHands. А дальше выбор за вами. На этом заканчиваю. Всем привет.